18 сентября 2016 года в России пройдут выборы в Государственную Думу. Что же это означает для нас с вами? Давайте разбираться. Госдума — это нижняя палата парламента России. Она отвечает за принятие законов. Каждый закон, как правило, рассматривают 3 раза. Потом он передается на обсуждение в Совет Федерации. Это верхняя палата парламента. И, наконец, к президенту на подпись. Как Совет Федерации, так и президент могут отклонить закон и отправить его на доработку. Госдума также может объявлять амнистии и инициировать импичмент главы государства. В этом году на выборах будет сформирована Госдума 7-го созыва. Всего в Думе 450 депутатов. И в этом году их выбирают по смешанной системе. Это значит, что одна половина депутатов будет выбрана по партийным спискам, а вторая — по одномандатным округам. Голосовать имеют право граждане, достигшие 18 лет. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать вас голосовать за кого-либо. Однако помните, что именно ваш голос может стать решающим. А если у вас остались еще вопросы, например, кто финансирует выборы и можно ли проголосовать с подводной лодки, ответы на них вы можете найти в нашем специальном проекте «Выборы-2016». У нас также есть рубрики, которые расскажут вам о партиях, идущих на выборы, и об их программах. Увидимся на избирательном участке.